Наливает воду, свеча горит, ребята! Обалдеть! Вау! Смотри, как она у него лежит! Воу! Чоу! Сколько это их? Разрезает воздушный шар! Всё, молодец! И что теперь? Классный фокус! Да, классный фокус! Но фокус-то вот в чем! Так, разрезает. Внутри деньги, вы ж помните. И что происходит? Щелчок вынимает. А как они целы? А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Самые крутые фокусы и их секреты. Всем привет! Привет, друзья, вы на Валеришка Геймс. Мы решили возобновить рубрику «Самые крутые фокусы», которые может сделать каждый, друзья, и показать своим друзьям. Так, первый наш фокус, смотрите, друзья. Резинка. Он согнул деньги, продел, получается, в резинку эту купюру. Смотрите, она не отрывается. Он нам это показывает, демонстрирует, висит плотно. Но ребята, смотрите, в чем прикол. Сейчас будет сам фокус. Так, он чем-то протер резинку пальцем. Я не понял, зачем, но сейчас будет какая-то магия. Смотрите, друзья, что он сделал. Может, он просто отвлекал внимание? Висит. Ну, это уже было. И что? Волшебство? Воу! Как он это сделал, ребята? В чем же секрет? Та же самая деньга, та же самая купюра, которая не сползала с резинки, сейчас взяла и просто, друзья, он ее снял. Смотрим, друзья, в чем секрет, в чем трюк этого фокуса. Он сгинает, одна сторона немножко длиннее другой. И он делает загиб, посмотрите где, наверху. Он загинается, чтобы она повисла, друзья, на этой резинке. Но на самом-то деле он ее просто легким движением срывает. Вот какой секрет. Ребята, это 100% вы можете показать легко своим друзьям. Здесь никаких дополнительных приколов и хитростей не нужно. Так, доллар в конверт. Ага, давайте посмотрим. Сейчас, наверное, будет жечь его. Или что? Или резать. Давайте, друзья. Воу, ножницами. Деньги ножницами, друзья. Так, разрезает. Внутри деньги, вы ж помните. И что происходит? Щелчок вынимает. А как они целые? Лера, ты поняла? Извините, Илон Маск, у меня к вам вопрос. Конверт разорвался вообще, а купюра не пострадала. Как? Как он это сделал? Ребята, ну сегодня все трюки и фокусы с раскрыванием секретов. Давайте смотреть, в чем секрет этого фокуса. Как разрезать конверт, не повредив купюру? Смотрите, он делает отверстие в конверте с обратной стороны, которое мы не видим. Да, уже это отверстие там проделано. Вырезано как раз для того, чтобы, наверное, туда пролезли ножницы. Но каким образом? Ребята, поддержите нас лайком, досмотрите до конца, напишите, какой фокус вам сегодня понравился больше. Так, смотрите, вставляет деньги. Конверт уже разрезан. Мы это видели с вами, но он нам его не показывает. И вы своим друзьям тоже не показываете. Сзади вот дырка, куда деньги кладутся, и ножницы пролазят под ними. Представляете, друзья, как здорово! Я бы вообще не додумался. Конверт полностью разрезается, а деньги целые. Ребята, очень крутая хитрость. Так, воздушный шарик. Спасибо каналам, которые делают такие фокусы. Разрезает воздушный шар. Молодец. И что теперь? Классный фокус. Да, классный фокус. Но фокус-то вот в чем. Ребята, он надувает порванный шар. Как он это сделал? У него что, в руке второй был? Друзья, смотрите. Happy birthday. Так, смотрите, в чем секрет. Почему он разрезанный шар, друзья, надул? Да, их два. Смотрите, он этот сворачивает, получается, делает его маленьким. И, наверное, друзья, поместит сейчас во второй. И когда он второй разрезает, получается, первый шарик, который внутри, он не пострадает. И за счет этого он его потом спокойно надувает. Круто, обалдеть. Здоровски. Да, вот он просто. И он его спокойно может резать, потому что он до него ножницами не достанет. Вот, смотрите, он разорванный шар, а надувает внутренний. Круто, друзья. Смотрим следующий трюк с резинкой. Ну, давайте смотреть, резинка, что будет. Что? Положил на руку. Ага, поддел. Вау! Смотри, как она у него лежит. Воу! Ребята!
При помощи чего такое можно сделать? Это же обычный фокус. Как и у любого фокуса, у него есть секрет. И в чем же секрет? Почему у него резинка летает? Да, наверное, друзья? Да, смотрите, нитки-невидимки, прозрачные, которые он просто между пальцами перепутывает, друзья. И за счет этого создается эффект летающей резинки. Так, монета, ага. Карточка и... Две резиночки. Ага, резиночку положил. И что, картой? Карта обычная. Да. Накрывает вторую резинку, кладет, и что? И? Опа, симсалабим, ахаляй-махаляй, и воу, монета исчезла. Смотрите, в руках ничего нету, карта абсолютно обычная. Ребята, я, кажется, знаю, в чем секрет я этого тоже, фокуса. Мне кажется, знаю. Ребята, напишите, кто догадался. Я догадалась. Лера догадалась, но не спойлеры. Пусть ребята тоже напишут, кто догадался. Инструкция, как делается этот фокус. Ребята, вы успеете написать. Так, монета, одна резинка, абсолютно обычная. А вторая необычная. Вторая резинка просто с наклеенной на нее бумажкой. Такого же цвета, как фон всего фокуса. Чтобы зритель не мог увидеть отличие между цветами. Да. Так, смотрите. Сейчас кольцо будет... всевластия. Воу. Палец исчез. Кольцо с пакетом. С пакетом. И тоже, ребята, он еще, смотрите, надел черную футболку. Думал, мы не заметим. Вообще, друзья, вообще но на самом деле, это просто... Если вы бы находились там, вы бы наверняка заметили, что у него мешочек такого же цвета, как его футболка, друзья. На камере это не всегда заметно, но если вы видите живьем этот фокус, вы это стопудово увидите. По-любому. Но идея хорошая, молодец. Так, смотрите, стаканчик. Только если пустой. Вы не ступы. Пустой стаканчик. Ага, ставит. И что там? Воу! Из пустого стаканчика кубик выпал. Наверное, друзья, он уже находился у него в руке. Как вы думаете? Напишите нам. Так, смотрите. Мне и что, он сейчас опять исчезнет? Да. Мне кажется, он его просто рукой там держит где-то. А не, нету. А где кубик? Вообще куда-то исчез. Он его куда-то выкинул, по-любому. Смотрим инструкцию, друзья. Он его просто... О, смотри, смотрите. Вот, да. Я был прав. Он держит его большим пальцем. И когда он опускает стакан, кубик у него вообще не в стакане, а кубик у него сзади. Вот почему создается эффект. И сейчас он его, друзья, опускает на ладонь. Поднимает стакан и вуаля! А кубик там. Чё? Сколько это их? 9? Ребята, а как? Смотри, ладонь одна. А как он это сделал? Обалдеть, крутой трюк, ребята. Смотрим инструкцию. Как делается двойная ладонь. Так. И вторую он подсовывает под первую, но так, чтобы ее не было видно. Вот Лера сейчас вам попробует показать. Покажи на камеру. Черт и шоу. Так, ребята, поехали, смотрим следующий фокус. Вы ждаете, я такой... Лера, у нас такой фокусник прямо. Ты видел, он карты вообще ниоткуда появились. Смотри, это... О! Ничего себе, он их спрятал! Лера, ты видела, как он их спрятал между пальцами? 4 карты. Это вам, блин, не веревка-невидимка. Это 4 карты. Так, друзья, смотрим. Стакан, свеча, зажигалка. Ага. Берем. Сейчас что-то будет. Обожаю фокусы, связанные с огнем. Давайте смотреть. Ставим. Какой фокус вам сегодня понравится больше, ребята? Напишите нам. Так. Аккуратно, стой. Припалил стой, свечечку, припалил. Вставил ее. И сейчас, друзья, будет поджигать. Свечка в стакане. И сейчас он еще воду нальет. Воду нальет? Ты думаешь? Ребята, муж Лера права. Сейчас будет фокус, может быть, с незатухающей свечой. Так, поджигает, горит огонь. Ага, свеча в стакане. Стакан на тарелке. Интересно, зачем стакан на тарелку поставить? Наливает воду, свеча горит, ребята. Обалдеть. Кто догадался, в чем секрет? Я уже догадался. Ребята, вы догадались? Ну, напишите побыстрее. Ну, как она горит? Потому что, друзья, смотрите, в чем прикол. Потому что два стакана. Вот и магия. Потому что свеча не в стакане. Друзья, да. она не зря стоит. Не зря там тарелка была, друзья. Свеча на тарелке за стаканом. Так, смотрим следующий фокус. Опять с деньгами. Сейчас будет опять, наверное, резать $1 этот несчастный. Да, ребята, ножничками разрезает. Так спокойненько вообще. Он этот... Слушай, наверное, их много, раз он так их смело режет. Так, но смотрите, наверняка они в конце окажутся целыми. Это же, друзья, трюки и фокусы. Так, ну что, сгинай. Мы поняли, да, болтается, да, порезанная, да, все плохо. Так,
складывает, показывает, что у нас бахрома, все разрезано, 4 этих на 4 полосочки, складывает, друзья. Смотрите. И что происходит? Что-то щелкает там. Сейчас они будут целые, ребята, да. Посмотрите. Разрезанная купюра у него в руках остается целой. Но почему же? Как это получилось? Ребята, получается, я думаю, у него их две было. Да. Но где он дел вторую, которая разрезанная? Мы же видели, как он ее резал. Так, смотрим. Одна, это у него целая. Он ее складывает. Друзья, и она у него находится уже в ладони. Потом он берет еще одну, которую он, собственно, будет резать. Да, это друзья? Очень грустно. И он прячет от камеры. Смотрите, да, вот он показывает, она у него в руке. Слушайте, крутой фокус. И он, переворачивая деньги, очень аккуратно перемещает ее между своими пальцами, чтобы ее никто не заметил. И тем самым показывает, что у него в руках только одна бумажка, а на самом деле их две. Тут он спокойно разрезает ножницами, все хватаются за голову. Господи, какой этот, какой неумный. Так, и он, друзья, показывает. Да, показывает, отвлекает, как обычно, внимание. В этот момент перемещает целую купюру. И, друзья, при сложении, естественно, смотрите. Потом он делает резкое движение пальцами и разворачивает ее целой купюрой к зрителю. А порезанная у него оказывается в руках. И он уже, друзья, перемещает ее, пряча от глаз. А целая купюра, смотрите, вот она. Вот какая. Классно. О. Ребята, какие руки должны быть ловкие. Обалдеть просто. Здоровский. Вот он показывает, да, и вот он у него стал. А, он ее просто в ладошку спрятал. А, спрятал, друзья, и выкинул. Поддержите лайком эту серию. Напишите, какой фокус вам сегодня понравился больше. Смотрите все видео на Макс, на Сим, на Play the Games. И на Family. Ссылочки на все наши 5 каналов в описании. Не пропускайте новые серии. Мы вас очень любим. Стараемся для вас. Вы у нас самые лучшие. Всем пока-пока. Жмите на следующее видео. Ждем вас там. Пока.